В очередной раз отражает шайбу. Но сколько раз уже Чиляк вступил в игру в третьем периоде. Но, тем не менее, справился. Справился с Ловом, выстрел в этом меньшинстве. И сам переходит в атаку. И вот бросок. И вот, наконец, Райан Заполски нам показывает, как здорово он умеет защищать ворота. Голкипер, от нее шайба вылетает за стекло. Пауза, конечно, Словану нужна в этом моменте. Ну, давайте, во-первых, вот этот эпизод посмотрим. Червены на Лунтера и не смог в этом эпизоде Марио Лунтер переиграть за Полски. Великолепная игра финского голкипера, ну, американского голкипера финской команды. А потом был еще очень опасный момент, когда бросил Иконен и моментально добивал Макс Вярн. И оба этих броска тоже в очень хорошем вратарском стиле отразил.